Вареные каштаны. Их можно варить в кожуре и без кожуры. Я покажу, как можно сделать пюре из каштанов, варить их без кожуры. Сначала нужно надрезать кожуру вот так по опуклой стороне каштана, не дорезая там, где плоская сторона, скажем. Бросаем в воду, еще не кипящую, и варим 1 минуту. Потом сразу перекладываем на горячую сковороду на 15 секунд буквально. Под закрытой крышкой они сразу начнут открываться, и кожа легко отойдет. Так мы быстро их почистим, но чистить нужно горячими. Или в перчатках, или маленькими порциями чистите. Варите и чистить нужно маленькими порциями или в перчатках. Потом почищенные каштаны ставим в воду холодную, добавляем соль, лавровый листок, фенхель, семя, и варим где-то полчаса, в зависимости от каштанов. Чтобы убедиться, готовые или нет, можно взять зубочистку и попробовать. Есть каштаны, которые нужно варить 20 минут, 30-35, в зависимости от качества и величины. Потом можем уже делать пюре. Вот я выдавливаю на пассапатате, называется здесь в Италии эта штука. Добавляю оливкового масла, можно сливочного масла и молока, как любое пюре. В зависимости, что вы хотите делать. Можно делать сладкую выпечку, крем.